получить подъемный и льготный кредит на покупку недвижимости и заниматься любимым делом. Участниками госпрограммы с дипломом в село в нашем регионе ежегодно становятся сотни молодых специалистов. Как реализуется проект в Североказахстанской области, расскажет Алина Буржанова. В детском отделении Кызылжарской районной больницы утренний обход. Узнать самочувствие каждого пациента и проверить температуру. Так начинается каждый день Айнур Гайсиной. Посвятить свою жизнь медицине решила, когда еще сама была ребенком. Окончила Североказахстанский медицинский колледж. В Бесколе работает 5 лет. Приехала из Акжарского района. В прошлом году стала участницей программы с дипломом в село и воспользовалась всеми ее привилегиями. Я получила квартиру через фонд поддержки, финансовой поддержки. Они мне выделили 2 900 000 тенге и 130 я получила подъемных. Больница хорошая, тут уже продвижение больше. Категорию, значит, и каждый год у нас это с этим строго. Едешь, сдаешь, учишься. Занимается с детьми Айнур Шакеева. Больше 10 лет она работает тренером, учит школьников играть в настольный теннис. В Кызылжарский район приехала в 2012 году. По программе с дипломом в село получила более 3 000 000 на приобретение квартиры. Сама играла в детстве тоже, занималась спортом, поэтому и выбрала. Это очень удобная программа, потому что в городе платят по 30, по 40 тысяч, а здесь 18, очень приемлемо. Программа с дипломом в село реализуется в нашей стране 6 лет. За это время в Североказахстанской области трудоустроено более 1000 молодых специалистов. Они не просто переезжают в сельскую местность, но и получают подъемные и льготные кредиты на приобретение недвижимости. Общая сумма займов превышает 2 миллиарда тенге. В 2016 году по данной программе запланировано 318 миллионов, в том числе по Кызылжарскому району 31,8 миллионов тенге. То есть это 11 человек получили уже по данной программе. Государством оказывается поддержка молодых специалистов в виде бюджетного кредита на приобретение и либо строительство жилья сроком до 15 лет. По ставке вознаграждения 0,01% годовых. Кредиты получили около 120 дипломированных специалистов на сумму порядка 300 миллионов тенге. Основная часть из них – учителя и врачи. Больше всего участников программы в районах Габита-Мусрепова, Айыртауском и Кызылжарском. Алина Буржанова, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.